мы будем распаковывать вот такую бомбочку для ванны. Эта бомбочка для ванны очень похожа на Шарлоу, потому что у нее тут тоже есть застежка. Продавщица нам обещала какой-то очень интересный подарок. Давайте же его откроем. Первым слоем у нас были вот такие классные наклейки. Тут написано Bon Surprise, еще наклейка кактус, сердечко, усы и солнце в солнечных очках. Также тут у нас уже виден шар, бомба. Она будет такого нежно-розового цвета. Пахнет какими-то духами. Ладно, давайте открывать следующий слой. Тут всего лишь два слоя. Второй легко. Почему-то второй очень легко. Ребята, смотрите, у нас бомбочка будет с радугой. Крутя. Так, пока еще полно. И это... Это у нас тату с арбузиком. Прикольно. Так. И давайте же... Кстати, бомба очень большая. В этой бомбе нам должен попасться какой-то сюрприз. Давайте же положим эту бомбу вот. Раз, два, три. Вау! Прикольно! Какой она прикольно шипит. И вода станет, наверное, розовой, да. Давайте подождем, когда она перестанет шипеть, и посмотрим, какие сюрпризы нам попадут. Сейчас пахнет каким-то дезодорантом. Мужским. Там что-то видно голубое. Давайте подождем, когда она перестанет шипеть. О, давайте возьмем его. Давайте открывать. Сначала мне показалось, что этот шарик был нежно-голубого цвета, а сейчас он такой зеленый и спальный. Откуда дверь или пальма. Давайте открывать. Это очень сильно похоже на единорога, но в то же время он похож на... Он похож на динозавра. Очень мягкий антистресс единорог, только он какой-то желтый, мне не очень нравится. Я бы хотела разноцветным был. Вот так. Нормально. Тоже прикольно. И
синяя вода. Давайте посмотрим, что нам попалось в этом шаре. Первое – это единорог, то есть игрушка. Второе – это тату в виде арбуза. Наклейки. Ну, видимо, шарик. А, ну вот он, пока где. Еще у нас получилась нежная розовая вода. Как раз под мой костюмчик. Кстати, эта радуга, которая была в шаре, она растворилась. А нет! Вот она! Супер. Какая похожа на радугу. Вся краска, но она растворилась. Ребята, это было все на сегодня. И напишите мне в комментариях, что мне еще распаковать. Что вы хотите, чтобы я распаковала. Ну и не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем бай-бай!